Последние 3 недели уровень заболеваемости коронавирусом в Камчатском крае достаточно стабилен. Ежедневно у нас отмечается порядка 55-65 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сегодня у нас развернуто почти 140 коек, и, к сожалению, люди нуждаются в госпитализации, болеют, и порядка 70% коечного фонда под коронавирус заняты больными. Медики отмечают, что тяжелее всего заболевания переносят граждане в возрасте старше 50 лет и те, кто не вакцинирован. Поэтому сегодня еще раз мы говорим о важности вакцинации от коронавируса. Такая возможность предоставлена абсолютно во всех поликлиниках Камчатского края, учреждениях здравоохранения. Министерством здравоохранения организуется работа выездных бригад на массовых мероприятиях в местах, где находится много людей. Поэтому возможности записаться дистанционно, подойти просто в порядке живой очереди, провакцинироваться. Возможности такие есть. Сегодня очень важно беречь свое здоровье, соблюдать, конечно, желательно масочный режим в тех местах, где много людей. И очень важно пройти вакцинацию, либо ревакцинацию, если уже прошло полгода после болезни, либо после предыдущей вакцинации.